Да, проходите, пожалуйста, багаж получать. Это моя информация. Скажите, для вас. Скажите, пожалуйста, мы купили билеты. У нас с сегодняшнего дня тур в Шарм-эль-Шейхе, в отеле, все оплачено. Вы нас сейчас отправляете обратно в город. Мы выходим с этой зоны, да? А дальше? Что дальше? Вот вы сказали, что мы утром вылетим. Нас обратно заново будут регистрировать здесь? Да, заново регистрация будет, потому что замена воздушного судна. Гостиница где устроится? А как же вот этот день, который мы сейчас потеряем в отдыхе? А кто гарантирует, что 5 утра? Кто за это несет ответственность, ваша авиакомпания? Я информацию вас даю. А вы можете сказать? Ваша авиакомпания нас не подвезла. Вы можете сказать, в чем причина, почему вы тех причин? То есть судно неисправно. А что, до этого не знали, что самолет неисправный? Но вы же сказали о том, что судно подадут еще. Другое. Тогда что мы должны делать? Потому что турагентство не несут за это ответственность. Потому что это ваша неисправность. Вот мы сейчас отсюда выйдем, где гарантия того, что он нас всех не пошлет? Нет, он будет работать с пассажирами. Но почему тогда сюда не пришел и сам это все людям не объяснит, чтобы не было этой толпы? Нет, кому-то иногородним будем выдавать, получается, жилье обеспечивать, потом еду. Ну, человек, вот за час уже, да, три раза время поменялось. Мы сейчас все уйдем, потом на два не изменится время. Нет, своим же весом. Молодой человек. Мы не стоим полчаса, уже три раза время поменялось. Ну конкретно скажите, когда, блин. У меня не может быть. Вот на 5 утра у меня информация тоже была. Завтра. Нет, просто. Но за эти сутки компенсирует ваша компания нам потерю в отдыхе? А турагентство за что компенсирует, если вы авиаперевозчик нарушили правила договора? Гостиницу где взять еще раз? Да, отели где раз? Да, нужно пройти будет к стойке, где регистрируют. Кто иногородний, информацию даю, пожалуйста. Кто иногородний, я буду составлять список возле стойки регистрации, где мы проходили регистрацию. Там я буду составлять список и отправлять гостиницу. А для местных жителей такси вы тогда обеспечиваете? Это тоже надо туда и обратно людям сейчас ездить? Бесплатно? Есть транспорт, да? Чтобы нас отвезли и завтра собрали обратно. Время не поменяется еще? Поменяется, конечно. Мы сказали, будут информировать турагентство номера. А сегодня у нас турагентство не работает. Конечно. Ну как узнаем? Сейчас его пришли. И трансфер там с гостиницы будет потом, нет? Ну вот обещают сейчас нам пойдемте трансфер. Пойдемте лучше все к нему и там... Да, пойдемте все. Лучше так же сделать.